рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Ютэйр». Для вашего удобства, а также в целях вашей безопасности, разместите ручную кладь под сиденьями кресел впереди вас или на багажных полках над вами. Размещать ручную кладь у аварийных выходов категорически запрещается. В течение всего полета запрещается курить, использовать электронные сигареты, употреблять спиртные напитки, принесенные с собой. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, welcome aboard Utair Airlines. For your comfort and especially for your safety, place your hand baggage under the seat in front of you or in the overhead baggage compartments. It is not permitted to place your baggage near emergency exits. Please do not smoke or consume your own alcohol on board the Utair aircraft. The use of electronic cigarettes is not allowed. Thank you for your attention. Аварийно-спасательным оборудованием. Просим вас ознакомиться с правилами его использования. Ladies and gentlemen, please pay attention to the emergency equipment demonstration. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Выходы расположены 2 в носовой части, 2 в хвостовой части самолета. Выходы снабжены автоматическими надувными трапами. Безопасности должен быть застегнут после включения табло «Застегните ремни». Посмотрите, как им пользоваться. Your seatbelt must be fastened after the fastened seatbelt sign is illuminated. Observe the following demonstration. Ваш ремень застегивается. Fasten your seatbelt. Регулируется. Adjust. Расстегивается. Unfasten your seatbelt. В случае разгерметизации пассажирского салона кислородная маска выпадет автоматически. In case of decompression, oxygen masks will drop automatically. Когда вы увидите маску, потяните ее вниз. Плотно прижмите к носу и рту, дышите нормально. When you see the mask, pull it down, press it firmly over your nose and mouth, and breathe normally. Сначала наденьте маску себе, затем ребенку. Put on your own mask first, and then assist your child. Подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. For more details, please refer to the safety card located in the seat pocket in front of you.